Постельного белья, Аришечка, я всегда говорю, должно быть много, ведь от него зависит атмосфера в спальне, то, как мы будем себя чувствовать, то, как спальня будет выглядеть, ведь, ну, порой, я хочу сказать, в доме спальни вообще единственное место, ну, где можно уединиться и действительно по-настоящему отдохнуть, поэтому обустраивать ее надо прям для себя, аж так, чтобы было по душе. Конечно, ведь не зря пела Лариса Долина, главнее всего погода в доме. А сегодня мы с вами решаем, какой будет погода. Мы с вами сегодня решаем, весна у нас, лето у нас, сочные ли у нас краски. Выбор за вами, карамельный букет, именно так называется постельное белье, которое сегодня у нас представлено. Подарите себе невероятный мягкий комфорт, подарите себе что-то новое, тем более цена невероятно выгодна. 999 рублей за полутораспальный комплект, а у нас есть еще двухспальный и евро. Ой, Ариночка, ты сказала, подарите себе комфорт. Новосатин, ткань, из которого выполнен наш карамельный букет, действительно считается одной из самых комфортных. Кстати, даже вы сами, покупатели, говорите, вот кто пользовался бельем из новосатина, что это самая уютная постель. А я-то знаю почему. Почему? Ведь новосатин самая мягкая ткань. Состав такой хороший, я как эксперт особенно подчеркиваю. Потрясающая смесовая ткань. Вискоза здесь 90% и 10% хлопка. Блузочки носили летом из вискозы, кожа дышала, было хорошо. Вот и на постельном белье карамельный букет тоже кожа будет дышать, будет комфортно и прикасаться к ней одно удовольствие, как к лепестку цветка. Да, но все сейчас говорят, ох, цены растут. Тут цены кусаются, везде все дорого стоит. А у нас с вами, помните, как в фильме «Москва слезам не верит»? Сломался у меня печатный станок, который деньги печатает. Так вот, с телеканалом «Шопеншоу» этот станок вам не понадобится, потому что цены у нас самые выгодные. 999 рублей за полутораспальный комплект. Но где мы с вами еще найдем столь выгодное предложение? Здесь можно себя радовать, баловать, Юль, и наслаждаться. Радовать себя, Ариша, не просто простыней или новыми наволочками, а целым комплектом, в котором пододеяльник, простыня и две наволочки российского размера 70 на 70. Еще раз повторю, три размера на выбор, полутораспальный, двухспальный, евро вы сможете выбрать для своих постельных принадлежностей, для своей кровати. Двухспальных, Юля, остается меньше всего, самый популярный семейный размер. А как здорово, что сегодня многие заботятся не только о себе, но и о своих вторых половинках, чтобы спальня преобразилась. Но ты опять не даешь покой нашему постельному белью. Мы что сейчас проверяем? А я призываю позаботиться о своем здоровье. Спальня должна быть не только комфортной, но еще с точки зрения здоровья безопасной. Проверяем с вами качество красителя. Салфетка, вы сами видите, остается чистой. Если бы оставалась на ней краска, мы бы такое белье не предлагали. Потому что, значит, некачественный краситель – это нехорошо. Здесь не остается ни одного следа, а это значит, краситель стойкий, выдерживает сотни стирок и не содержит аллергенов в виде, например, тяжелых металлов или еще что-то сейчас добавляют некачественные производители. А вот это хорошо, Юля, что мы с тобой сейчас протестировали, да? Вот у нашей модели была ситуация. Купила постельное белье, утром проснулась, все, сама цвет постельного белья, вся окрасилась. Да, у вас такие ситуации были? Знакомо вам все это? Тогда не рискуйте, позвольте себе спать на хорошем, красивом, качественном постельном белье. Юль, но жизнь же слишком коротка, чтобы спать на застиранном или каком-то выцветшем постельном белье. Это точно, Ариночка, вот ты правильно сказала. Стираем белье при температуре 40 градусов, и оно не выцветит. И главное, не накатается. А еще новосатин вот за счет особого переплетения нити, вискозы и хлопка не перекашивает. То есть вот постельное белье, какое купили, вот такую квадратную наволочку, она квадратная и останется. И вы точно уверена, что положив евро размер, например, в стиральную машинку, полутора спальню точно не достанете. Все нормально. Усадки это белье тоже не дает. Звоните в прямой эфир, делитесь своими впечатлениями, задавайте вопросы, если вам понравилось постельное белье, карамельный букет, ну вот что-то вас смущает, и вы хотите узнать ответ на свой вопрос, ну а потом уже заказать. Мы обязательно сделаем все, чтобы вы получили удовольствие от своей покупки и остались довольны качеством изделий, которые мы предлагаем в прямом эфире. Присоединяйтесь, получите свой личный опыт. Пришло именно ваше время. Номер для всех заказов бесплатный, даже с мобильного телефона. Ну и как здорово, Юль, гладить белье не надо. Давайте его тискать, давайте его мять, утопать в мягкости, а ручки наши будут свободны.
Как здорово дышит и еще не требует глажки. Карамельный букет из нежнейшего новосатина. Подарите себе мягкую и уютную постель. Позвольте нежиться в бархатистых объятиях новосатина. Эта ткань считается одной из самых мягких. И дышит, и дарит приятные прикосновения вашей коже. Постельное белье «Карамельный букет». Три размера на выбор. Полутораспальное, двухспальное и евро. Как это удобно! Все размеры есть в наличии, а значит, постельное белье найдется для каждой кровати. Вот откройте свой шкаф, посмотрите, у вас очень много яркого постельного белья, или вы чаще выбираете для себя фиолетовую, голубую гамму. Позвольте для себя что-то интересное, разнообразие. Ведь чем разнообразнее наша спальня, тем и у нас с вами разное настроение, разное самочувствие, новые впечатления, новые эмоции и новые вы вместе с комплектом постельного белья. Успевайте! Номер для вас всегда бесплатный, многоканальный, а сделать звонок очень просто. Вот прямо сейчас наберите 8 800 103 301 60 90. И Юль, все, оператор колл-центра поможет сделать нам первый заказ. Ну что ж, здорово! Пополняйте свою коллекцию постельного белья карамельным букетом. Нежный комплект из прочного и мягкого новосатина прослужит долго, только соблюдайте режим температурной стирочки до 40 градусов. И яркость красок белье сохранит надолго, а главное, не накатается и не потеряет свои формы. Для нас, хозяек, это важно. Постельное белье любимое выбрали, а еще и прослужит долго.